Меня брали, оба показали, что ковид. Тут же позвонили из организации, которую называют Госхран. Ну, какая-то организация, которая официально тебя ставит на учет. И спросили, вы будете храниться? Я сказала, что же я сумасшедшая, что ли? Конечно, я приняла решение эту неделю провести совершенно единолично у себя в квартире, чтобы никого не заражать. И поэтому я буду хранить и себя, и тех, кого нежно люблю и уважаю. Что хорошего? Хорошее, это я оценила прививку все-таки. И всех и так предупреждали, что не заразиться практически уже невозможно во всем мире. Но с прививкой все проходит быстрее. Вот теперь, наконец-то, я это понимаю, что с прививкой быстрее, и они во мне булькают, и не одна. И температура была только один день. Вполне можно пережить, не самая высокая. И почему-то заложенность одной ноздри на шестой день. Ну, это тоже фигня, ерунда. Я, конечно, очень жалела вчера ночью, что я не приму участие в одном замечательном проекте на Муз-ТВ, который должна была вести с сегодняшнего дня. Но канал не имеет права меня пустить на работу с таким тестом, да я и сама бы не пошла никого заражать. Знаете, что я вам скажу? Потом я подумала, ну там сверху все виднее, а вдруг меня на замену взяли кого-то более талантливого, и программа от этого только выиграет. Поэтому я желаю каналу Муз-ТВ исключительных хороших цифр и зрителя, который полюбит эту программу. Не имею права говорить пока, какую канал все сам анонсирует.